Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас вам срочное послание из вашего будущего. Посмотрите, девочки, в будущем вас ждет все самое лучшее, все самое прекрасное, то, о чем вы мечтали, то, чего вы хотели. И это будущее совсем близко. Это отдых для кого-то. Для кого-то покупка недвижимости. Для кого-то устроенная личная жизнь. Вот. То есть карты говорят, что в будущем вас ждет именно то, о чем вы мечтаете. Ваша жизнь, вашей мечты. Вот так я бы сказала. Еще послание, то, что, конечно, для того, чтобы к этому прийти, нужно потрудиться, как пчелка, нужны перемены. И для кого-то эти перемены будут, это может быть поездка, переезд, вот, для кого-то смена работы вполне возможно. Но в любом случае карты говорят о том, что потрудиться, конечно же, придется. Но самое главное, важное, то, что ждет вас счастливый шанс. Посмотрите на кубики, вот здесь кубик, который, да, то есть, если вы будете трудиться, если вы будете делать шаги к своим мечтам, то вас реально ждет счастливый шанс. Удача на вашей стороне. И второй аркан оракула Николетты Чиколи говорит о том, что вы созданы для того, чтобы быть счастливой. Вы созданы для того, чтобы получать в жизни все самое лучшее. И жизнь в любом случае вас к этому приведет.